Всем здравия, Господи, я хочу проснуться, реально. Я не верю в происходящее сейчас, я не хочу в это верить. Но я знаю, что это есть. Вы вдумайтесь только, молодую маму в Нижнем Тагиле кошмарят толпа полицаев. Знаете за что? За то, что у нее на лице нет тряпки. Нет маски так называемой. Я в шоке просто. Это происходит сейчас. То есть толпа полицаев не ловит преступников, бандитов, воров, убийц, насильников. Толпа полицаев ловит молодую маму с грудным ребенком в коляске. В это же самое время в Калининграде знаете, что происходит? В органы власти неоднократно обращаются по факту удержания мужчины в рабстве в фермерском хозяйстве. Думаете, органы власти хоть какие-то меры предприняли? До сих пор никаких. Уже несколько дней всем известно, и в том числе органам власти, нашим исполнительным полицейским, и они не предпринимают никаких мер по этому поводу. Однако на мамочку с коляской целой сворой набросились. Я не знаю, что хотят от нас власти. Вы задумайтесь. Еще год назад, если бы вам кто-то сказал, что просто за то, что молодая мама с коляской будет гулять на улице без намордника, ее будут тащить в отдел вместе с ребенком, с коляской, с грудным, да вы бы не поверили в это. А сейчас это нормально, и многие это поддерживают. Извините, но у меня просто шок от происходящего. Остановите землю, и я сойду.